Если вы придерживаетесь диеты, это абсолютно не повод отказывать себе в бутербродах. Сегодня приготовим простые и очень вкусные диетические бутерброды, которые просто отлично подойдут для завтрака. За основу возьмем любимый бездрожжевый хлеб, смажем его творожным сыром, поверх добавим сочные помидоры, огурчик и семена кунжута. Это очень простые, но невероятно вкусные бутерброды, которые идеально подойдут к кофе и чаю. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. По желанию ломтики хлеба можно подсушить на сковороде или в духовке. Смажьте хлеб творожным сыром, выбирайте нежирный сыр, можно взять с травами или зеленью. Помидор нарежьте тонкими кружочками и выложите поверх хлеба. Огурец ополосните и просушите, нарежьте тонкими пластинами, выложите поверх помидора, соль и перец добавьте по вкусу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Посыпьте бутерброды кунжутом, подавайте к столу сразу. Приятного вам аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Хлеб бездрожжевый, 2 ломтика. Творожный сыр, 2 столовые ложки, легкий. Помидоры, 1 штука. Огурцы свежие, 1/2 штуки. Кунжут, 1 столовая ложка. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Люблю вас, друзья, жду снова.